Сегодня 2 апреля губернатор Тюменской области и Малоненецкого округа посетили гимназию номер 49 в микрорайоне Ямальский 2. Здание уже готово к открытию. Сначала гостям показали столовую. Она необычная, делится на зоны. Одна из них для старшеклассников сделана в современном стиле и больше похожа на кафе. Также в гимназии есть гимнастический зал, лингафонный класс и большая лаборатория для проведения опытов по физике, химии и биологии. Школа новая, любая школа красивая, это красивая по-особенному, предусмотрены многие наработки, которые найдены через опыт эксплуатации подобных учреждений. Кое-что, честно скажу, подметил для себя, попрошу тоже у нас в строительстве наших северных школ учитывать интересные наработки, поэтому здорово, что такие объекты открываются. Школа была очень долгожданная, потому что активно застраивается микрорайон. Первые жильцы заселялись в Ямальском 2, здесь уже рядом большой микрорайон Преображенский вырос. Поэтому школа очень востребована. Уже сегодня почти 1400 заявлений в школу поступило. Много первоклассников, всем им здесь рады.